Комплексный ремонт улицы Победа вышел на финишную прямую. Здесь уже закончили новую дорогу на отрезке от Елизарова до Гагарина. А также появились новые дорожные знаки, светофоры, разметка и благоустроенные парковочные карманы. Сейчас строители заканчивают работы вблизи пересечения Победы с улицей Гагарина. Здесь обустраивают дворовые проезды и дополнительные парковочные места. Укладывают тротуарную плитку, бордюры и газоны. Основные виды работ совершали по проезжей части в ночное время суток, поэтому водители, в принципе, оценили наше, так сказать, уважение к ним. И, как большинство водителей, очень позитивно и положительно в наш адрес высказываются. Работы на участке не останавливались ни в выходные, ни ночью. Улица Победы – одна из основных улиц в городе. Основной объект, который соединяет въездные дороги в город и непосредственно центральную часть города. То есть это основная транспортная магистраль. Безусловно, не самое пристальное внимание как со стороны жителей нашего города, так и со стороны органов, которые отвечают за выполнение работ по ремонту данного объекта, со стороны администрации городского округа Самара. Данный объект, безусловно, требовал уже пристального к себе внимания с учетом и необходимости комплексного ремонта в том числе. То есть до этого выполнялись именно мероприятия поддерживающего характера. Самарцам такие перемены в городе по душе. Удобно будет ходить, и пошире будет, и, во-первых, и карманы под машиной постоянно. Нормально, классно. Особенно переезды через трамвайные пути, это еще лучше стало даже. На участке уже установили 47 светофоров. Это почти половина от запланированного. Комплексный ремонт Победы ведется в рамках проекта «Улица Победы», который является составляющей частью дорожного нацпроекта в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Закончить все работы здесь планируют к началу октября. Работы ведутся по контракту жизненного цикла. Это значит, что подрядчик будет обслуживать дорогу в течение 3 лет. В случае необходимости проводить ремонт и расчищать от снега зимой. Виктория Шарая, Мария Левина, Григорий Плешаков. События.